Владик, ты на улице? Да? Ты понимаешь, там очень холодно. Там мороз на улице. Пустить? А ты уверен в этом? У тебя уши отмёрзнут. Всё равно? Это ты сейчас так говоришь? Что тебе все равно. Иди, вот ты спать хочешь, иди, вот ляг возле печки и спи. Дома-то тепло. Все равно на улицу хочет. Пусти, вот пусти, пусти. Там холодно, Владик. Ты понимаешь это? Ты осознаешь, что там холодно? А ты уверен, что да? Хорошо, подумай. Владик, пойдешь туда? Может, все-таки дома останешься? Нет? Владик. Иди ложись домой. Возле печки ляг. Тебя Таня зовет. Слышь? Иди к Тане. Владик. Иди к Тане. Слышь, Владик? Поэтому иди полежи дома. На улице холодно. -20. Ты замерзнешь. На всю ночь уйти. Ты представь, сейчас 12 ночи. Ты собрался куда? Ты замерзнешь. Что мы с тобой завтра делать будем? Лечить тебя? А, Владик? Лечить? Тебе это нравится? Чтоб тебя лечили? Да? Ты деловой. Мне тоже, может, нравится, чтобы меня лечили. Ты такой деловой. Иди. Иди под печку ложись. Владик, холодно. Замерзнешь. Давай. Вот вредный котик. Уличный кот. Ты почему такой уличный кот? Да-да.